Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Боруссии Мёнхен-Гладбах Армения. В составе команды Боруссии Мёнхен-Гладбах и команды Армении, которые встретятся между собой в рамках чемпионата. Много известных футболистов, да и сами команды, не последние клубы чемпионата, а лидеры, которые в каждом сезоне претендуют на призовые места. Сейчас в чемпионате очень напряженная ситуация. Так как появилось много интересных команд, молодые футболисты, которых жаждут заявить о себе, поэтому готовы активно противостоять даже именитым клубам. Из-за этого в чемпионате очень большая плотность, а фактически в каждом туре по результатам матчей происходит ротация команд в турнирной таблице, поэтому таким клубам, как команда Боруссии Мёнхен-Гладбах и команда Армении, сейчас важно закрепиться в верхней части турнирной таблицы, чтобы потом можно было наращивать преимущество, увеличивая отрыв от конкурентов. Однако сделать это не так просто, так как в нынешнем сезоне практически нет слабых команд, поэтому добывать очки в каждом матче становится все труднее, и это отбирает немало сил. Тщательно проанализировав статистику матч команды Боруссии Мёнхен-Гладбах и команды Армении, а также учитывая статистику команды в нынешнем сезоне, мое мнение, что в противостоянии этих команд стоит рассчитывать на результативный футбол. Оба клуба в нынешнем сезоне делают ставку на атаку. Это можно отметить по большому количеству мячей, которые они забивают в ворота своих соперников. При этом защита этих клубов не блещет активностью. Команда Боруссии Мёнхен-Гладбах и команда Армении довольно много пропускают. Из этого следует, что матч между этими футбольными командами будет проходить на встречных курсах, так что стоит ожидать интересную и результативную игру. На своем поле команда Боруссии Мёнхен-Гладбах демонстрирует прекрасный футбол. Команда имеет просто восхитительную статистику, которая показывает, что клуб просто не оставляет шансов своим соперникам. Букмекеры видят хозяев поля явным фаворитом ближайшего противостояния, в котором соперниками команды будут футболисты команды Армении. Я полностью согласна с котировками букмекеров на этот матч. Учитывая, что гости выйдут на поле не в самом оптимальном составе из-за травмы, дисквалификации на некоторых позициях у команды Армении будут играть футболисты резерва, я полагаю, что команда Боруссии Мёнхен-Гладбах без особых проблем добьется уверенной победы в этом матче, исходя из этого. А также учитывая статистику противостояний команды Боруссии Мёнхен-Гладбах и команды Армении, я полагаю, что футболистам команды Боруссии Мёнхен-Гладбах не только удастся победить в этом матче, но они смогут и пробить фору, заявленную букмекерами. Общий тотал забитых голов в матче и индивидуальный тотал забитых голов хозяевами поля я рекомендую играть на больше. Команда Боруссии Мёнхен-Гладбах в родных стенах всегда выступает первым номером, контролирует ход игры и создает огромное количество опасных моментов, при этом даже забив быстрый мяч. Футболисты команды Боруссии Мёнхен-Гладбах не садятся, а продолжают атаковать. Индивидуальный тотал угловых команды Боруссии Мёнхен-Гладбах тоже стоит рассмотреть на больше, так как большое количество атак в исполнении хозяев поля будет приводить к большому количеству стандартов, а вот желтые карточки и нарушения стоит рассматривать от гостей, хотя здесь букмекеры выставили правильные тоталы, поэтому эти события лучше оставить без ставок. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!